Железная дорога – это не место для игр, прогулок, не место для езды на велосипеде. Это зона повышенной опасности. В 2022 году в городе Бресте на одной из железных дорог несовершеннолетний попал под поезд. Несовершеннолетний нарушил правила безопасности перехода железнодорожных путей, в связи с чем получил телесные повреждения из-за столкновения с поездом. Данное столкновение произошло из-за того, что подросток шел в капюшоне и наушниках, в которых громко играла музыка. Тем самым он, не убедившись в безопасности своего передвижения, произвел столкновение с проходящим поездом. Сотрудниками милиции Ленинского РУВД сегодня провелась профилактическая акция для того, чтобы напомнить гражданам о соблюдении мер безопасности на железнодорожных объектах. Были вручены памятки, сладкие призы и фликеры, чтобы быть всегда в зоне видимости. В поле зрения сотрудников милиции в первую очередь дети, ведь именно они любители играть вблизи железнодорожных путей, перебегать в неположенном месте. Им все интересно, в том числе и комплектующие составов. Как правило, юные любители острых ощущений считают, что угодить под поезд может кто угодно, но только не они. К счастью, таких людей, которые испытывают свою судьбу на профилактическом рейде, не было. А те, с кем удалось поговорить правоохранителям, четко знали правила, которые нужно соблюдать. Когда вот поезд едет, что можно бежать или можно или нужно остановиться? Остановить. Смотреть по сторонам, потому что можно надеть наушники и просто будет ехать тягач, вот, который быстро едет, и может зацепить. Помните, ходить по железнодорожным путям запрещено законом. Переход только в установленных местах, пользуясь пешеходными дорожками, переездами или подземными переходами. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.